Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y21S. И сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки». После чего мы проходим в раздел «Безопасность». И здесь мы выбираем отпечатки пальцев. Прежде чем добавить отпечатки пальцев, нам нужно установить пароль. Для этого мы выбираем способ разблокировки экрана, вводим пароль один раз, нажимаем «Далее» и подтверждаем пароль. И теперь мы можем начать прикладывать палец к сканеру. Нажимаем «Начать», ставим тут галочку, нажимаем «Принимаем» и теперь можем прикладывать. И таким образом мы добавили отпечаток пальца. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.